Че, мужики, вот очередное мое сегодняшнее изделие. Не знаю, видно, не видно. Батья. Смотрим. Почти что нидзи. Вот так выхватывается на спине. Не мешает. Можно тут привязать веревочку на пояс. И тогда вообще не мешает он. И вот так вот. Вот сюда можно привязать веревочку. Ну вот, и по необходимости вытаскивается вот так. Обратите внимание, лезвие находится не на шее человека, а наоборот. Вот такое изделие. У нас изображение зеркальное. Вот что настоящая батыя. Дол с левой стороны. Дол. Вот. Вот. Если проводил, проводил. А так видео, к сожалению, нету. Ну а так рубит, колет лед. Все экстремальные условия выдержать нормально. Вот до сюда целиком все на металле, так что без проблем. Рабочий, ничего лишнего, просто бомба, нынешними словами говорить, если говорить. Обратно вот ножны, не дребезжит. Аккуратно повесил. Вот и батыя. Настоящая батыя от мастера Брдыка. Заказывайте.